Всем привет, с вами Малыш. Итак, вчера пришло обновление от компании Microsoft на Windows 10. И, соответственно, после этого обновления у нас большое обновление было. Осталась папочка Windows Old, Windows старый. Сейчас я вам покажу, как это грамотно удалить при помощи самой Windows. Потому как сама Windows это делает значительно лучше, чем другие программы. Итак, что мы делаем? Мы нажимаем сочетание клавиш Win плюс R, чтобы у нас открылось диалоговое окно «Выполнить». И, переключаясь на английский язык, мы туда вводим Clean MGR, то бишь менеджер, чистильщик или как он там. Далее мы нажимаем Enter и выбираем диск. В данном случае у меня C — это система. Ждем, пока это дело все проверится. И здесь, соответственно, мы его не найдем. Этот Windows Old, да? Мы очистить системные файлы. Выбираем здесь. Опять же нажимаем сюда. Пошла проверка. Сейчас он пока все проверит. Вот. И теперь мы смотрим. 22,6 гигабайта предыдущие установки Windows. Мы ее выбираем и нажимаем ОК. Вы действительно хотите необратимо удалить эти файлы. И нажимаем, конечно, удалить файлы. И, соответственно, ну, выбирайте то, что вам нужно. И, соответственно, это все будет Windows Old, она будет грамотно удалена. Вот. Так что все. Пользуйтесь на здоровье. С вами был Малыш. Всем спасибо. Всем пока.